ну что, вас готовы все, да? Все самое готово. Главное, новоселы все здесь? Да. Перекличку, ну, давайте на месте. Хорошо, давайте, давайте. Агеичев Павел. Павел, Агеичев. Давайте, ребят, смелее. Какой номер? Первый. Первый. Ну, так первый. Называй. Поздравляем, Павла, давайте поздравляем. Шашков Михаил. Михаил Шашков. Туликам, спасибо, потому что за деньги ты любовь. Хочу выразить слова благодарности правительству Тульской области за предоставленную возможность. И отдельно хотел сказать вам спасибо, Владимир Сергеевич, за вашу доброту, теплоту вашего сердца. Заботу, а, ребята, спасибо. Спасибо. Большое спасибо. В 2009 году 10 квартир детям сиротам было выделено. А на очереди стояло около 200 человек детей-сирот. Вот в этом году мы выделяем 286 квартир, 38 квартир сегодня передаем. В этом корпусе, в следующем корпусе, сейчас строители нам скажут, когда они нас порадуют, следующие партии квартир. И, но сегодня у нас уже на очереди 916 детей-сирот. То есть очередь растет. Раньше ребята не верили в то, что правительство и будет выдавать квартиры, да. Поэтому сегодня вера появилась, и это очень хорошо. Мы не боимся то, что очередь растет, мы будем прилагать все усилия, чтобы всех ребят обеспечить нормальными квартирами в современных, хороших, красивых домах. И квартиру будем давать всегда только в новостройках. Ну, а вас всех поздравляю. Хотел поблагодарить, конечно, строителей за то, что они выполнили свои обязательства почти в срок. Спасибо! Поэтому, да. Поэтому поздравляю. Так, счастливо. Так, ну что? Вот, уже обживаемся. Ну здорово, здорово. Дим, большое спасибо вам. Огромное спасибо. Огромное спасибо, что дали. Здоровья вам, счастья, чтобы у вас тоже все было. Ладно, хорошо. Вот главное, чтобы дети давайте побольше. У нас уже второй проходит. Хорошо. Так что, ну что, добрый путь. Спасибо. Добра. Жить поживать, да добра наживать. Ну все, поздравляю вас. Еще раз, ребят. Андрей, всей души поздравляю. Ну, спасибо. Ну все.